Ребят, всем привет! Попробуем закончить в один или два... Нет, в один точно нет. В два или в три видео все-таки поставку марказита. Если учесть, что тут в основном все были заказы, то хотелось бы, конечно, быстрее. Хочу напомнить, что с 27 октября я в отпуске, поэтому я сейчас не принимаю заказы вообще ни на какие заводы. Чтобы успеть, моя цель основная – это показать вам как можно больше украшений и запаковать всем отправки до 27 октября, всем, кому, конечно же, срочно. Если кому-то не срочно, то следующая уже отправка будет после 20 ноября, когда я вернусь. Я улетаю в Германию с Димой, это его отпуск. И девчонкам из ЕС я забираю посылки с собой. Значит, что у нас тут? За маникюр, опять же, прошу прощения, нет ни минуты свободной. Даже подскочить к боярмушке и сделать лак-джель просто не успеваю. Но надеюсь, что важнее нам все-таки украшения посмотреть. Так, значит, ну, может быть, сможем в два видео уложиться. 63 доллара или 257 шекелей. Девчонки, это не то. Очень странно. Пакетик перья. Это не тот артикул. Это 554. Мне кажется, что перепутан пакет. Прошу прощения. Сейчас попробуем разобраться. Да, я перепутала с брошкой, с этой. Просто я фоткала на картинку видео и, вероятно, перепутала пакетики. Итак, это 109 долларов с 426 шекелей, включая НДС. НДС я рассчитываю, в смысле, курс я рассчитываю 3,75 на эту поставку. 12,30 грамм браслет. 7 инч, это наш, мой, это мое запястье. 18 сантиметров. И, как мы видим, здесь вставка цитрин. Этих 5-5-4 очень много заказали девчонки, когда я была на заводе в мае. И вот нам их сделали и в сентябре отдали. Кому нужны каталоги для заказа марказит, я дам, не проблема. У меня они в PDF файлах. Так, и вот тогда уже брошку, которую я с пакетиком немножко перепутала. Это вот такой вот у нас бантик красивый с эмалью. Бирюзинка у нас тут вставлена. И уже вот можно посмотреть, 63 доллара, 257 шекелей, включая НДС, 449 его артикул. Это одна из новинок этого года, по-моему, если я не ошибаюсь. Вот такая брошка. Красиво делают тыльную сторону. Видите, как бы все обыгрывается. Вот такая красота. Так. Дальше кто-то очень попросил, буквально на месте мы нашли этот браслет, он был у них подходящей длины, 7,75. Девчонки, кто просил, 145 долларов, 562 шекеля, включая НДС. 0,428, 52 грамма и 7,75, это довольно крупненько так. Так, где моя... Где мой дежурный аист? Красивый. Что-то не вижу я. А, вот он. Вот он мой аист, который у нас пакетики режет. Так. Значит, вот хвост дракона. Популярная модель, еще в часах есть такая же, такой же браслет, поэтому девчонки часто догарнитуривают и браслетом, но он, видите, он довольно большой, 7,75, так что кто просил его, вот он пришел. Вот его пакетик, у меня по крыше голубь бегает, как лошадь, наверное, вам слышно, такой топот стоит. Крыша железная. Просто там, где я снимаю, это мой кабинет, где я живу фактически в Страдонще. Это не совсем комната, это крытый балкон. Поэтому здесь очень шумы все слышно. Особенно доводит меня караокер, которого слышно здесь особенно как-то так акустически. Так, 114 долларов или 447 шекелей, включая НДС.
Опять же, тот же 544 артикул, но здесь у нас ставка опал 1. Как вы знаете, опалы лабораторные, их, по-моему, вида 8 или 10. Я показывала с завода видео. И вот кто просил, 1160 грамм, 18 сантиметров, 7 инч. Это у нас опал 1 оттенок. Вот, смотрите, какой красавчик. Так. 554, любимая модель, она идет вообще без перитов. Так, ребят, напоминаю, WhatsApp сообщения письменные, не звуковые, и я отвечаю где-то примерно раз в день. Сейчас я намного меньше в переписках, что я просто стараюсь успеть объять необъятное. $81, 324 шекеля. Это изумруд, браслет 0735. Это с таким вот бубликом, который на силиконе ездит на цепочке. Такая классная модель, ее довольно любит молодежь. Чем хорошо, что ее можно одной рукой застегнуть именно под свой размер, подтянуть пальцами. Это у нас еще раз $81, 324 шекеля, включая НДС, 8 грамм. Еще один браслет микс опаловый. Здесь всевозможные оттенки. 905-я модель. Сейчас посмотрим, что такое у нас 905-я модель. Честно говоря, напоминает мне 554. Я не совсем поняла, что здесь 905-го. $115, 452 шекеля, включая НДС, 15 грамм. Какой-то немножко по-другому сделан, действительно. А, он меньше. 5,54, окружность крупнее. Это меньше кружочки. 7,25 инч. И здесь у нас, ну, просто абсолютно все возможные варианты лабораторных опалов. Можно даже вот этот, я помню, это опал 32. Это просто опал, который белый, у него номера нет. Вот такие разные-разные всякие. Так, вот наш пакетик, $115. Так, далее. Еще один браслет, сейчас я найду. Вот Передота в этот раз, 4 браслета пришло Передотовых, интересно. На разные длины. Этот коротенький, это на 6,5, кто-то просил, покороче, $100, 396 шекелей, включая НДС, 11,60 грамм, 554 браслет, 6 инч, это у нас 6,5 инч. Ну, смотрите, он мне вообще даже практически не соединяется, но очень, очень впритык. Значит, это где-то 16,5, это где-то на запястье 15, что-то такое. Может, 15,5, если не любите сильно свободный. Вот такие передоты. То есть это у нас четвертый за эту поставку браслет 554 с передотами. Такой любимый камушек. Так, как мы по времени? 9 минут. Хорошо. Гвоздики. О, это я точно помню, с витрины сняла. Мне не очень понравились. $60. 244 шекеля, включая... включая НДС, это HE0872, это не просто цитрин, это цитрин, который, там у них есть две категории, цитрин просто цитрин и цитрин И. Цитрин И это высшая категория камня, и он дороже стоит. Ну, как бы, поэтому мы видим сразу стоимость, да, в $60. Видите, CTE, это значит, это категория повышенная.
цитрин, а если был просто сети, это был бы обыкновенный цитрин, который нам обычно вставляют натурально, это сети, и это люксовый такой. Мне еще Тим объяснял разницу и месторождение, откуда, но это все у нас есть видео завода, когда я снимала будущее прям там. 3.70 грамм, кому нужно, девчонки, забирайте. Очень красивые. Так. Еще гвоздики у меня здесь промелькнули. Вот, например, видите, это аббревиатура цитрин обыкновенный. HE1017, $39, 170 шекелей. Тоже лапочки такие. Сейчас я вам их покажу. Вот, как снежинки. Тоже очень милые. Для любителей гвоздиков, конечно же, классненькие. 2.10 грамм на обе серьги. Так. Значит, брошь, я знаю, ее тоже ждут. Кошка. Тоже это, по-моему, из новинок. У них $62, 249 шекелей, включая ДС, 9 грамм, HB0848. И сейчас это моя Кузя, видите, у нее тоже один глаз прищурен, один глаз гранатик. И на пузике оболонь, то, что называют. Мы это еще называем гелиотис, то есть ракушка, ее внешняя сторона. Не беленькая. Вот такая красота. Кошка Кузя. А, еще ее можно носить как кулончик. Кошку Кузю. Почему Кузя? Просто не в курсе. У меня дома такая есть бандитствующая кошка Кузя Кутузя. Которая один глаз с бельмом. И она ходит, сверкает вторым глазом. И всех тут гоняет. Несмотря на то, что она самая маленькая. Так, значит... Гвоздик. Вот про него как раз девочка спрашивала. $39, 173 шекеля, включая ДС, 3.20 грамм. Вот его пакетик. 19.21. Размер по ходу 17-17,5. Интересно, что у него какой-то значок. На шапке, на шляпке гвоздика. Такой вот красивенький. Вообще интересные, конечно, есть изделия. Так. Ну что, мы успеем в одно видео? Наверное, все-таки нет. Ну, не страшно. Будет, значит, последнее видео, может быть, просто короче, хотя сомнения. $52, 215 шекелей. Девчонки, кто просил, HE0783, это черный перламутр, 6.70 грамм на обе серьги, английский замочек. И сейчас мы это дело изучим поближе. Вот такая пара. Обычно я прошу укорачивать швензу. Она у них по идет как бы по умолчанию довольно длинная. По-моему, 7 миллиметров до щелчка. И я прошу укоротить от 5 до 4, в зависимости от просьб. Иногда просят 6, если полная мочка уха. Но базовая их модель 7, там многовато. Вот такие вот миленькие серьги. Еще раз, $52. Вот их аббревиатура, их бумажечка. Так. О, еще одни гвоздики обнаружились. Тоже наверняка я их сняла с
витрины, $42, 175 шекелей, включая НДС, 2.10 грамм, HE1654, принит. Люблю этот камушек. Такие принитовые гвоздики. Ну, наверное, что-то последнее покажу и будем выгружать видео. 83 доллара, 332 шекеля, включая НДС, 0,805, это микс, 7,50 грамм, микс тоже опалов лабораторных и вот с бубликом, который у нас бродит по цепочке. Вот такой тоже хорошенький браслетик. Видите, здесь микс двух цветов, чередование двух оттенков лабораторного опала. Так. Девчонки, давайте я попробую карту памяти дотянуть до 20 минут. Если вдруг видео оборвется, прошу прощения, и я не успеваю попрощаться, значит, просто карта памяти вышиблась, и не пугайтесь. 47 долларов, 195 шекель, включая НДС, 0002, рубин, гвоздики, масса 1 грамм 20. Значит, тоже мне Тим, я помню, говорила о месторождении. И в видео я показывала разницу. Там у них два разных месторождения по разной цене. Сейчас, конечно, уже и не припомню. Но если вы полистаете мои видео назад, которые я снимала с Бангкока на заводе, там все это дело будет. Вот смотрите, какая красота. Тут такие вот рубиновые гвоздики, очень хороший рубин полупрозрачный, 47 долларов. Так, ну что, рискнем еще что-то, какое-то одно украшение. Значит, 46 долларов, 189 шекелей, включая НДС, 5.30 грамм. Артикул HR1318, это горный хрусталь, он же белый кварц. 60 это его окружность, которая соответствует, чему она соответствует, мы сейчас посмотрим на кальцимере. 60 соответствует девятке или 19, да? Так и есть. Это у нас горный хрусталь. Тоже я, наверное, с витрины сняла. Мне очень понравился. Вообще обожаю белый кварц во всех его проявлениях. И вот эта модель, она тоже очень хорошая. Мы часто в нее разные камушки вставляем. И изумруды, и сапфиры, и вот кварцы. И получается так очень даже красивенько. Вот еще раз пакетик HR1318, 5.30 грамм, 46 долларов или 189 шекелей, включая НДС. Так, все, ребята, не будем искушать. В следующем видео закончим марказит, эту поставку. Так что не прощаюсь.